О событиях в мире. Сильный ливень вызвал наводнение в крупнейшем городе Австралии, Сиднее. Сейчас там нарушено автомобильное сообщение. Спасатели получили более полусотни обращений от местных жителей с просьбой о помощи. Кроме того, не хватает инертных материалов для защиты от воды, дворов и улиц. Между тем, синоптики предупреждают о новых осадках в городе в начале следующей недели.